отель «Парадис». Первый корпус, второй. Там еще бассейн с той стороны, но он сейчас не работает, потому что не сезон. Ну вот, сегодня все почти черепашки выползли. Одна только забраться не может. Большая ей не дает вылезти. Да, это вот такой тут дворик в отеле. Зелененький такой отельчик. Очень приятный. Номер хороший, вид на море. Очень даже все прекрасно здесь. Завтраки отменные. Вот небольшой обзор номера вам покажу сейчас. Здесь мы прожили уже 9 дней. Но мы уезжали в горы, поэтому суммарно у нас здесь что получается? Вот зеркало, кровать, сушилка для белья. И вот такой, самое главное, это вид на горы, друзья. Ой, на море. Этот торговый центр. И вот тут сеточка, чтобы голуби не летали, потому что птицы, чтобы сюда не залетали. Позавтракать. Вернее, завтрак здесь включен. Я вам его покажу сейчас. А так вечером посидеть. Вот столик есть. Сегодня прям отличная погода для выезда такая. Вот, кстати, здесь это торговый центр. Мандарин. Прям рядышком. Буквально вот соседний дом. Я взял такую картошечку жареную, вареник, с чем не знаю еще, омлет, котлетку, вот такую парную, хлебушек. Ну, небольшой диван и, в принципе, вот кровать. Так как я вам снимаю, можно сказать, после 9 дней тут проживания, что номер очень удобный. Диджей, тут живая музыка. Это вот недалеко от гостиницы пляжик, называется Чайка. Пляж Чайка, это в Адлере. Ну, вот прям возле гостишки, которая мне очень понравилась. Какой красивый волнорез. Здесь такая музычка прикольная все время. Я представляю, что в сезон будет, когда много будет людей. Тут вообще, наверное, такая будет движуха. Я думаю, классный этот сезон будет. Здесь, во-первых, уже людей много на набережной, на пляже, уже отдыхающих много. А дальше будет еще интереснее, я думаю. Еще больше людей. Судя по настроению, которое вот витает, у меня такое ощущение, что сезон будет очень активный. Уже кафешки готовятся. Уже рестораны, большинство открыты. Да, возле гостишки там. Вот эта набережная, прям гостиница на набережной находится. Фактически чуть-чуть пройти и уже меньше 5 минут. Буквально вот первая линия. Музычка, все в бассейне, банька, все такое, прямо на набережной. Ладно, пойдем вечером. Да, вечером тогда пойдем, как раз туда, да.